К одному из выпусков я услышал что-то типа, ну, скучновато, надо что-то поинтереснее снимать. Например, про еду, рецепты. И я прислушиваюсь, я ценю советы. Вот вам замечательный рецепт. Берем 2 или 3 килограмма растения семейства сосновых, лучше если оно будет из ПВХ, с основанием из стальной трубы и подвижными частями из мотальной проволоки. Такая елка сохранит жизнь вам, так как качественный ПВХ не горит, и сохранит жизнь живой елки. Добавляем около 0,5 кг стеклянных шаров, фигурок и немного, самую каплю, ерунды, которую вы нашли в этом году. Также равномерно добавляем мишуры и серпантин, если она у вас, конечно, есть. Гирлянд по вкусу. Главное не переборщить. Все. Наш продукт готов. Нет. Вот теперь готов. Вообще, Новый год я не очень люблю. Как детский праздник, возможно. Как подведение итогов. Что мешает подводить итоги каждый квартал? Я думаю, что в этом празднике для каждого есть что-то свое. Для кого-то это встреча с родственниками, для кого-то это возможность отдохнуть длительные выходные, для кого-то это ностальгия по детству, а для кого-то это просто марафон из фильмов. Для меня это подарки. Время дарить подарки. Регине и маме. И обычно к подаркам прилагается инструкция, в этот раз у меня ее не оказалось, но я нашел выход. Регина, это ручка Лами. Если ты сделала выражение лица типа Лами, я думала, будет Паркер. Нет, не Паркер. И вот почему. Во-первых, посмотри на Лами. Круто, да? Такой лаконичный стиль, минимум деталей, минимум узоров, только выдержанные тона, только стиль. История компании начинается с ручки Лами 2000, которую изобрел в 60-х годах Герт Мюллер, который, в свою очередь, был приверженцем немецкой школы архитектурного конструирования Блаухаус. Зачем я тебе это рассказываю? Да просто немецкая школа была примечательна тем, что в военные годы большое количество немецких евреев мигрировало в Израиль. И сейчас Тель-Авив насчитывает самое большое количество зданий в мире в стиле Блаухаус, которые занесены в ЮНЕСКО, список культурного наследия. Дариген, и здесь не без евреев. Так вот, минимализм и стиль приверженца этой школы увидел свет в 60-х годах. И именно это определило дальнейшее формирование компании, которое заключалось в визуальной ненавязчивости и функциональности. И да, прелесть этой ручки еще и в том, что в данном ценовом диапазоне эта ручка сделана из более дорогих и качественных материалов, чем, например, та же фирмы Parker. Ты сама помнишь, как большинство ручек, которые мы смотрели, покрыты акриловой смолой, на которую даже нормально гравировку не нанести. Тогда как корпус Лами выполнен из нержавеющей стали, и на нем уже нанесена твоя фамилия, что делает ее еще более индивидуальной. Мама, этот подарок тебе. Что это? Это то, что ты любишь. Это цветы в горшке. Называется флорариум. Флорариум. И горшок здесь не горшок, а емкость геометрически сложной формы. В данном случае она называется, по-моему, додекаэдр. Ну, в общем, форма капли. И внутри него не цветок, а целый сад в миниатюре. А вообще напоминает некий кристалл. Так вот, этот сад требует не самого пристального ухода. В вазе под декоративной крошкой есть все необходимое для суккулентов. Да, жители этого стеклянного замка – суккуленты. Я думаю, ты почитаешь про них. Если ты захочешь переместить их в другое место или они вырастут, то флорариум можно будет использовать еще для многих вещей. Например, как вазу для печенья или конфет. А еще туда можно налить воды и использовать как вазу для цветов, например. Хотя я бы не стал. Если честно, я не уверен в герметичности. Но даже сам по себе пустой флорариум уже отличный предмет почти любого интерьера. Фух, это все. Хорошего вам Нового года!